Не хотела там такие показывать свои эмоции, но я готова была к тукал, которая понимает, что она тукал. И я никогда не скрывала свой возраст. А вы будете выдвигать свою кандидатуру? Если я вдруг пройду мажилис, на следующих выборах я буду выдвигаться в президент. Скажу всем людям, которые это пишут, и блогерам, не дождетесь. Я собиралась с вами записать интервью. Все лето, да, мы с вами переписывались, и про гуманитарку я хотела все спросить, не получалось. Вчера прочитала пост в Фейсбуке, честно говоря, ну, как-то неожиданно было, потому что я помню, вот, помните, мы встречались в аэропорту Малайзии, хорошо помню как вас как семью, Мейрам, вы, ваша дочь. И вчера было неожиданно прочитать о том, что вы разводитесь. Затем телеграм-каналы, и вчера ночью, и, по-моему, за день до этого активно муссировали эту тему. Я понимаю, что это больно. Вчера я не могла к вам не позвонить, поддержать вас, и вот сегодня мы пишем с вами интервью. Что случилось? Ну, во-первых, по-женски, Динар, спасибо, что позвонили, потому что в такой ситуации, на самом деле, не очень. Не хотела там такие показывать свои эмоции, но каждый человек думает, что у него брак на всю жизнь. Но сейчас я расплачусь, не могу. Но оказывается, не так. Оказывается, не так, что ты ожидаешь, что у тебя хорошая семья, хороший муж, тыл, опора, и ты считаешь, что он самый лучший муж. Но вдруг в один день ты понимаешь, что эта вот картинка, она, оказывается, только твоя. А что, что случилось? Случилось казахское урпах-керек. Вот это вот доминанта все время, урпах-керек, урпах-керек. Тем более в очень патриархальной семье, в религиозной семье, где все невестки и жены, они дома в основном, у многих многодетные семьи. Это известная семья. И, к сожалению, ну, по разным показателям оказалось, что я не смогу больше иметь детей. Там были врачебные ошибки, с которыми я, честно, боролась 10 лет. Я все, что угодно сделала, все, что угодно проверяла. Но оказалось, что не могу просто родить. У вас же есть дочь. Ну, для кого-то их мало. Бывают такие дочери, которые стоят 10 сыновей. Да. Я, например, у меня отец всегда лелеял, что я дочь, которая как бы стоит всех мужчин. И он этому приучал моих братьев. И он всегда говорил, слушайте ее. И я выросла как сестра, как вот глава семьи выросла. И отец мой это лелеял. Я выросла в семье, в которой муж и жена жили дружно 50 лет. Папа мой в прошлом году умер, и мама всегда, я к маме говорю, мама, ну вы же иногда с ним как бы припирались, там, светошер, там, ворчали на друг друга, на последние деньги ты на такси ездишь, да, вот так вот, такие ворчания. Я когда мама спрашивала, говорю, мама, почему, вы же ворчали, но смеюсь так, как бы. Она говорит, знаешь, говорит, это, говорит, были мои самые счастливые дни, когда мы вот так могли ворчать. И я выросла в такой среде, вот, когда все друг друга любили, у нас ни родственников, ни у меня нет разводов. И поэтому я тоже надеялась, что у меня... Не так думала, что это на всю жизнь. Я думала... Я всегда вот с мужем мы смеялись. У меня мечта жизни — это было вместе картае, потруга, вот так вот. Я очень хорошо знаю семью Тлеухановых, потому что мы земляки, жанаркенцы. Хорошо знаю тетя Айман, тетя Шолпан, да, Бекпулат ага. Мне кажется, что... Ну, то есть любой новый член семьи, который заходит в их семью, он как бы принимает правила игры, да. То есть он понимает, что в этой семье есть свои традиции. И когда я смотрела на вас, я думала, что вы вот как исключение из правил. То есть вы единственная, наверное, такая активная, политически активная келинка. И я вот всегда видела вас, что вы как будто бы немножечко вот там, знаете, свой среди чужих, чужой среди своих. У вас не было такого ощущения?
Знаете, Динара, я благодарна этой семье. Во-первых, я всегда, я поздно вышла замуж, уже в 39, как 40 родила. Поэтому я уже вышла замуж с очень состоявшимся человеком. Я хорошо зарабатывала, меня знала республика, я состоялась в Москве. Среди очень известной компании «Альянс», компания, которая мировой бренд, я, начиная от договора подряда, просто продавца там, «Здравствуйте, у нас сегодня страховой день» с этими визитками на выставках, я закончила топ-менеджером крупной этой компании, с которым зарплата там, от 15-30 тысяч долларов в месяц с доходом. Это очень много для женщины, даже в Москве. И когда меня потом пригласили в Казахстан, я уже была вот здесь, в Казэнерджи, вы знаете, была исполнительным директором в Казэнерджи. И я вышла замуж очень состоявшим человеком. И поэтому меня вот перелопатить и переисправить, наверное, было сложно. И мой муж понимал, на ком он женился. Конечно, да, была там такая ситуация, когда не очень рады были такой келе. Но в итоге, как я же южанка, и меня мама так воспитывала, в итоге эта семья меня приняла. Я очень благодарна Ботахан тате, Айман тате, Хая тате, особенно Хая тате, которая вообще как бы первая пошла и маған там с родственниками поговорила, сказала, что это хорошая келин, там все будет. У меня с ними очень хорошие отношения до сих пор, но, к сожалению, да, я слишком выбивалась, но они меня уважали, любили. Но, к сожалению, и принимали такой, какая есть. И я старалась быть под них тоже подходящей. Я могла сидеть на совещании республиканском, там, министры, там, все, там, решать республиканские вопросы, и ко мне звонили, говорили, что кишки, вечером придут гости, надо чай наливать. Я оставляла все вот эти вот, все вот республиканские совещания, прибегала, и дома я была совсем другой. Я прибегала, снимала обувь, салем, у меня всегда салем был. Всегда, это единственная келин, которая салем давала в этой семье. Всегда чай подавала. Я выключала все свои там амбиции, и дома становилась келин, к которой вот у них они привыкли. Меня даже люди не узнавали, которые видели меня дома, они меня не узнавали на работе. Я приходила и знакомилась с ними заново, говорила, это же я, Келин, их, вы знаете, помните? Говорит, мы тебя, говорит, на работе не узнаем. Я в парламенте, когда выступала, там есть некоторые депутаты, родственники депутаты, они меня в парламенте не узнавали просто. Но, к сожалению, как бы вот это вот желание больше детей, это, конечно, у них приоритет. Может быть, и это, конечно, правильно с их стороны, но с другой стороны, ну раз, куда я так дал, это же тоже семья очень религиозная. Раз так Всевышний дал, то значит, можно было это принять. И тем более у нас дочь очень хорошая, очень, очень такая вот настоящая. А вы об этом слышали периодически или это последние годы? Каждый год, ежегодно, с первого года моего там замужества я слышала, что урпах керек, урпах керек. Сын нужен был, да, получается? Сын нужен был. Даже интересно, когда у меня дочка родилась, первое впечатление там от моей дочери было, ее повернули вот так вот и посмотрели на эту кутежку. Там какой-то есть примета, что если кутежка там что-то такое, там хос или не хос, там, следующая будет дочка. Вот такая реакция была. Там, вот я только что родила, а там смотрят, кто будет следующим ребенком. Да, вот такое отношение, в принципе. А ваш супруг, он же современный? Очень современный. Он тоже, во-первых, единственный, нуждался. Да, он тоже нуждался. Он с годами больше это понял. Он единственный сын. Он единственный сын, он с годами это больше понял, потому что он, если он раньше говорил, что дочка хорошо и все. Но мы и к имаму ходили, мы решали вопросы суррогатного материнства, потому что, говорил, я много чего сделала по здоровью, но, к сожалению, так не получилось. И молдовар нам сказали, что суррогатно нельзя. Мы готовы были суррогатно сделать много. Но нам сказали, что нельзя, по шариату нельзя, поэтому только эко ну, нельзя. Поэтому мы этот вопрос закрыли. Но вы морально были готовы к этому? К эко? Не к эко, а к тому, что появится тухал, который родит сына. Я себя, знаете, не то, что морально готова была, я себя приучила к этой идее. То есть вы понимаете, что рано или поздно это произойдет? Что-то рано или поздно должно произойти или это произойдет. Я себя к этой идее готовила. Не говоря, что я вот приняла, я просто как неизбежность ее приняла. К сожалению, я готова была к тукал, которая понимает, что она тукал. Как казахша, вот так вот, что она вторая жена, что есть супружеская пара. Я готова была быть даже с ней подругой. Подругой, вместе ходить, вместе воспитывать детей. Вот так вот я готова была. Как и мудрая женщина. Вот мы вышли сами с Урпахтана, до Малагана. До Малагана была тоже тукал.
Но в итоге весь род Дулатов от нее появился. И готова была дружить, если бы такая иманда такуа кыз была бы. Но я сейчас не буду судить там иманда такуа, но я готова была. Ну почему не получилось так, как вы вообще обсуждали это с супругом? Он же знал, что вы были готовы к тухалу. Я тоже думала, что тухал готова. И говорю, какой тухал? Но я не готова была к той тухал, которая хотела, чтобы, скажем так, соперничать со мной. С той, которая 12 лет жила, прожила, которая там создавала этого мужа человека, с которым мы очень много прожили, с которым вот у нас первые годы с мужем, с Мирамом было тогда, когда мы жили на курымдык от дочери. У нас первый год у нас было безденежье очень большое. И когда вот люди приносили, когда вот ребенок родился, курымдык, это 5-10 тысяч. У нас дочка молодец, она всегда не меньше 5 тысяч, всегда курымдык у нее был. Не меньше 5 тысяч, там 25 тысяч, 500 долларов. И мы вот на эти курымдыки вот жили полгода практически. Потому что я не работала, там у него проблемы были. У меня 40 тысяч тенге вот, пособие было для материнское. И поэтому мы вот так вот жили, и у нас мы такие дни проходили. У нас когда денег тоже не было. Мы месяц становились. Ну, я успешная была, но момент. Да, я оставила работу, и все, да. Я как бы ради мужа вот так многие вещи делала. А почему не получилось так, как вы планировали? Неправильный выбор. Я сказала, что я с выбором этим не согласна. Я не согласна с той ситуацией, в которой я оказалась. Но он пришел и признался, да? Он сказал, я нашел тухал. Он познакомился и сразу мне сказал, что я вчера познакомился, и я хочу на ней жениться. Но я не ожидала, что это произойдет там так сразу, что уже уйдет на следующий день. Я не ожидала, что сразу же бутники. Это вот буквально в течение месяца происходит. Я не ожидала, что будет свадьба большая. А когда они познакомились? 17 сентября. То есть это вот буквально месяц назад? Да, 19 сентября он уже к ней переехал. То есть события развивались очень быстро? Очень быстро, да. И вы об этом уже узнали? Потом вот эти все посты в соцсетях, в инстаграмах, везде. И, конечно же, это меня все это как бы задевало. Обида за то, что сколько мы прошли вместе, и за один день ты стал на полке, потому что ты не можешь родить. А как же любовь? Любовь... Я и сейчас люблю мужа своего. Я вам скажу, что я его люблю. Но, к сожалению, у мужчин бывает любовь больше, и к другим тоже. То есть, если бы его тухал, да, она бы согласилась стать второй, то вы бы ее приняли и открыли бы двери, да? Если бы она была мудрой, если бы она понимала бы, что мудрость мою, то я бы, конечно, бы открыла бы ей свое сердце, открыла бы все свое радушие, открыла бы свою всю мудрость и помогла бы ей быть хорошей женой. Для этого мужчины. Он достойный, хороший человек. Но, к сожалению, оказалось не так. Я думаю, как хорошо быть мужчиной, да, в Казахстане. Просто тебя любят две женщины, готовы ради тебя на все. Ты просто живешь своей жизнью и наслаждаешься. Знаешь, Динара, наши казахские женщины, они очень мудрые. Но здесь, видимо, сказалось ее воспитание, потому что все-таки не гражданка Казахстана. И ситуация для нее новая, и в принципе человек ментальность другая, да, вот. И поэтому казахские женщины всегда были мудрые. Вы все-таки знаете, как живут байбище с тухал, потому что жили много лет, да, в семье, где в принципе это нормально. И вы видите там счастливые семьи? Знаете, вот есть идеальная картинка в головах всех, что вот просто идеально можно жить там с тухал, с байбище, там все вместе. Но наша сейчас ситуация, она в Казахстане, она другая. Мы не в степи живем, там у нас не нападают, нам не нужно обороняться всем своим родами, где все должны быть сплочены, сплоченные все такие. Я ни одной семьи не знаю, где есть тухалы и где есть байбище, чтобы они с друг другом общались.
Ну, может быть, они есть в Казахстане, но я не знаю таких семей. И я не знаю таких семей, где дети этих вот один отец и матери разные, что они дружат. Я не видела это. Поэтому сказать, что сейчас есть семьи, у которых там токалы и бабища все счастливы, там счастлив только мужчина, на самом деле. Да, а вот. Почему женщины готовы делить мужчину? Ну, в моем случае это вынужденная мера. Детей хотели. А в других случаях есть даже вот, я читала там по хадисам, по Корану, что пайгамбар, всем известно как бы вот, его жизнь и история, что он женился на других женах уже, когда Хадиджа, алейхиссалям, уже умерла. И у них единственный ребенок, который остался жива, это Фатима. Остальные все младенчества и умерли, алейхиссалям. И даже Айша Анамас, Айша алейхиссалям, она ревновала к умершей Хадиджи. Настолько пророк ее любил. И поэтому сейчас вот в истории, что мы все будем как бы другу любить, в современном Казахстане довольно сложно. Это другие материальные ценности, другие ментальные ценности. У всех есть борьба за выживание, в том числе у невесток. Поэтому не могу сказать, что сейчас вот институт токализма, он может быть справедливым. Я в своем отношении требовала лишь одного — справедливости. Справедливое отношение, справедливо как бы, вот, с память о том, что мы вместе прожили. Вот. Только этого. Но, к сожалению, современные мужчины сейчас этого справедливого отношения не могут дать. Нет, я просто удивляюсь, если твоя жена не против, да, то есть у тебя появляется девушка, еще один человек, которого ты там полюбил, да, ну это же можно было как-то обоюдно решить, тем более, что вы не против. Очень много зависит, не только какая бабища, но какая тукал. Если мудрые, то они могут ужиться. Я говорю, я готова была открыть свое сердце, открыть свои мудрости. Это как нужно любить своего мужа? Я очень люблю своего мужа, любила. Я не знаю, я пока любила не могу сказать, потому что вот это только сейчас все происходит. Но я готова была, чтобы у него были дети. Я понимала, что если я не могу родить, то значит он, у него, он имеет право на детей. Я согласна была бы свое эго положить немножко как бы в сторону с тем, чтобы у него было хорошо. Поэтому я была согласна на тухал. Я вот всегда думала о том, что ну, как будто бы у вас все-таки разные политические взгляды с семьей Тлеухановых, да? Все-таки Бекболат Тлеухан всегда был нуротановец, да, там депутат Мажилиса. Ну и многие члены семьи, да, там в Ахурде работали. Вы все-таки всегда оппонировали власти. И мне всегда казалось, как это вообще там внутри семьи происходит? Ну, на самом деле, это как бы, это есть было зерно раздора. У меня муж из-за этого как бы вот... Вставая на защиту, как бы он достаточно много получал за этого и нравоучений. Но, как оказалось, как бы, вот история показывает то, что я была права. В итоге оказалось, что я правильно критиковала, правильно была в оппозиции. В итоге сейчас те же, вы видите, нурутанцы, сейчас все понимают, что вдруг они ошиблись. Да, вот. И поэтому я, слава Богу, что я на позиции была, и мне не нужно сейчас себя предавать, потому что я этой позиции до сих пор и придерживаюсь. Почему мне так вот сейчас особенно больно? Потому что мы с ним единое целое были даже и по этим взглядам. Он был моим единомышленником, мы были единомышленники, мы были единое целое, так, ядро друг друга дополняющее. И поэтому, когда вот это ядро так в жангах разбился, неприятно, а больно. Может быть, вашему супругу нужна была жена не такая политически активная, там, помогающая? Сколько там вы собрали гуманитарки? Мы гуманитарки собрали, сейчас деньгами мы только собрали ровно 500 миллионов. 500 миллионов, да, в тенге. Да, в тенге. Товарами еще на столько же, там, на 300 миллионов. 800 миллионов тенге. Ну, слушайте, мы собрали, вы, да, причем это сделали за какой-то короткий период, в период 800 миллионов тенге гуманитарной помощи, да, в Украину. Это, во-первых, нужно было собрать, да, организовать, отправить. Вы недавно получили медаль, да, Верховной Рады Украины. Да. То есть, может быть, просто вы были слишком в работе, нет? Это тоже да. Но с другой стороны, когда мы женились, я тоже такой же была. Я совершенно с тех пор не поменялась. Я помню, как вот он с ребенком приходил ко мне на форум на Казэнерджи ночью и приносил еду. Просто ценности меняются,
Да, есть в наших казахских мужчинах есть такое, что когда женщина успешна, они чувствуют себя более, как бы, вот, ну, скажем так, вот, более ущемленными. Потому что принято, что мужчина должен быть всегда во главе. Там. Мне всегда, когда вот на нашей политической кухне всегда говорят, что «кошты бастаган, хатын бастаган кош умбайды», да, вот. Вот это вот этот ужасное патриархальное, ужасное шовинистическое вот это, как бы вот, там мысль, она вот в голове сидит, что вот, наш мужчина не самодостаточный, к сожалению. Они не могут чувствовать себя равными с теми женщинами, которые более публичные, более известные. А вот ваш супруг к вашей публичности как относился? Он ей гордился, он ей гордился. Я видела, он ей гордился. Он, скажем так, хвалился ею. Он горд мною на самом деле до сих пор. И он считает, что я до сих пор, говорит, кто еще мог собрать столько денег? Он прямо этим гордится, да, вот. И это считает, что его достижение и мое достижение в том числе. Но, к сожалению, все равно в бытовом плане он гордится как другом, партнером, единомышленником. Но в бытовом плане ему нужна такая кошечка, смотрящая, там, быстренько чай наливающая, смотрящая настроение. Я тоже только пыталась быть. Честно скажу, я все 12 лет я пыталась быть кошечкой, собачечкой, там, как бы, да, всем, что угодно, левой, правой ногой, там, ушами, головами, всем, да, вот, массажистом, медсестрой, там, эскортницей, да, все пыталась. Получалось, я хорошая была женой. У меня есть, Динар, у меня есть, как бы, такая вот, у меня понимание, женщина или мужчина, чтобы друг другу быть хорошей парой, должен быть, первое, матерью его детей, хозяйкой дома, любовницей, другом и матерью его. Если пяти вещей этих нету, то он кого-то из пяти ищет в ком-то другом. И, видимо, вот я последнее время перестала быть как бы вот этой вот кошечкой. Mm. Да, вот. Я пыталась остальные четыре быть, а вот в последнее время, конечно, с украинской связью, я перестала быть вот кошечкой домашней, которая пришел, погладил, она тебе мур сказала. Мне интересно за вами наблюдать, и насколько вы сильная. Вы вчера написали такой пост, и не каждый вообще готов переживать то, что сейчас происходит в телеграм-каналах, потому что там просто, конечно, просто перемывают косточки. Как вы нормально это переживаете? Ну, во-первых, я уже привыкла к тому, что постоянно мне кости перемывают, у меня все что угодно было. Я как бы только у любовницы не была, мошенницей, там, киллершей, там, эпитетами всем, российский гражданин. Что там еще было? Шпион, я все была. То есть поэтому разные телеграм-каналы, которые еще анонимные, тоже пишут все время, поэтому я мало это воспринимаю и на это внимание вообще не обращаю. Я вот локомотив, который, вот, честно говоря, вот такими вот этими не собьешь. Вот у меня есть свой путь, я этим локомотивом буду идти. Поэтому честно скажу всем людям, которые это пишут, и блогерам, не дождетесь. Сразу вам говорю. И во-вторых, вот, да, если кто думает, что я сломаю ситуацию с моим мужем, это дает мне только больше сил. Я буду еще больше рвать когти. Я когда пытались вот такие вот были нюансы, что давайте ее семью разовьем, вот я писала определенным там кругам, службам, сказала, что не дай бог разобьется моя семья, то тогда у меня тормозов вообще не будет. И эти тормоза, говорю, будут локомотивы еще больше настраивать с тем, чтобы идти вперед. Потому что единственное, что меня сдерживало идти именно так вперед, именно только моя семья и мой муж. Я пыталась, еще раз говорю, быть чаще всего домашней. Сейчас у меня этого семьи нету, домашности нету, я поэтому все свои силы буду отдавать на то, чтобы у нас система поменялась. Чтобы женщины так не относились, как, вот, извиняюсь, дерьмо иногда, да, чаще всего. А с мужем, ну, знаете, у женщин всегда есть 40 дорог. У мужчин, к сожалению, столько дорог нет. И поэтому у меня вот сейчас поле огромно открылось. И дай бог, я ему желаю, мужу, я ему благодарна, почему пост написала, потому что я ему благодарна за ту жизнь, 12, которую я поняла, что такое семья. Я хотела семью, я ее получила. У меня была хорошая семья, отличная семья. У нас родилась, слава Аллаху, очень хорошая дочь. И я своему мужу очень благодарна за то, что он был на самом деле самым лучшим мужем. Может быть, он этой девочке сейчас хочет быть ей же тоже лучшим мужем. Это его право. И он имеет на это право. Это новый его период, когда он хочет, устал от девушки, там, локомотива, и хочет сейчас вот
Самому быть локомотивом, самому, да? быть локомотивом, чтобы на него смотрели, чтобы, был, чтобы рядом кошечку погладить. Как правило, когда женщина выходит замуж за молодого человека моложе себя, то, мне кажется, есть внутри, ну, я не знаю, страх или, может быть, ну, мысль как минимум, да, что, возможно, через сколько-то там десятилетий, да, мужчина может найти себе женщину помоложе. У вас не было такого страха? Ну, во-первых, у меня страха вообще никогда не было. Страх бывает у тех людей, которые не самодостаточны. Я очень в себе уверенный человек. И мне так еще повезло, что я генетически выгляжу, ну, моложе. Мне вот сейчас 50, и я никогда не скрывала свой возраст. Вот ни разу никогда не скрывала свой возраст, что мне 50. Муж у меня младше на 11 лет с половиной. Сейчас ему 39. И я недавно сказала Арману Шураеву, что у нас разница с мужем 11 с половиной лет. Он такой: а можно я тебя звать буду Алапай? Ну, Алла Пугачева, Борис. Да, да. Вот. Но есть, например, Макрон, и все сидят, всегда его жену очень нелестно обзывают. Да, ну, во-первых, да. Что она там, там бульдог и так далее. Но хотя Макрон на нее смотрит, посмотрит, он на нее с обожанием смотрит. У пророка жена была, Хадиджа, на 16 лет его старше. И в итоге он любил ее, да, и после смерти. Поэтому я не сравниваю себя ни в коей мере, никогда, Аллах простит, с Хадиджей, но все-таки это исторические личности. Но поэтому у меня никогда не было страха, и сейчас нету. Может быть... Но ваш муж все-таки выбрал себе 25-летнюю девушку? Потому что нужно много урпах, как он говорит. Потому что понимаешь, что 30-летняя там уже много урпах не даст, как, ну, мне кажется. Ну, на все воля Всевышнего, выбрал, как будто она попалась. Хотя я как бы рекомендовал вообще ему там младше 23 года, 22 года тухала взять. А было у вас такое, что вы могли сами подобрать и сказать, что вот есть вариант? У меня был такой случай, это уже был момент, когда у нас в ауле жила девочка из семьи бедной, родственники, троюродная наша моя сестренка. Она в ауле смотрела за моими родителями. И отец, когда умирал до смерти, сказал, что все равно им нужен будет урпак, давай лучше сами возьмем, найдем тухал. И он так как бы вот мне вот так отец. Сказал, мой отец лично. Потому что именно из любви ко мне, к своей дочери, и из любви к ее балага. И от уважения к своим худаларга. Настолько, я вот сейчас думаю, настолько как бы мои родители настолько мудрые, настолько сабрла, да? Настолько как бы вот, на самом деле, таква, да? Вот, ну, не святые, а вот... Ну, я думаю, что это еще любовь к дочери. Текта дамдар, да, вот. Это любовь к дочери. И было, что мы в итоге посватались к ней после смерти отца. И моя мама, и мои братишки лично ее сватали, лично сырга надевали на нее. Но она через неделю передумала и отказалась. Угу. Но для меня это было, что вот хотя бы это будет родственница, хотя бы как бы вот родственник по крови моей дочери. Вашего супруга все устраивало? Все устраивало, он был согласен. Девочка просто отказалась. И мы считали, что мы для нее делаем сауап, потому что она из бедной семьи. Что мы дадим ей образование, обучение, что она таким образом вытащит своих из этого состояния. Они очень бедные были. Но она красивенькая, хорошенькая девочка, которая, с хорошим воспитанием и очень уважительным отношением ко мне. И поэтому я там... Мне было плохо, мне было не очень хорошо, но я понимала, что таким образом я выполню свою миссию. И закройте гештальт уже. Было такое, но сейчас немножко другой случай. Но сейчас все по-другому. Там и Роллс-Ройс, и... Роллс-Ройс, свадьба, там все предстоящее, все. Но я так решила. Муж взял себе эту жену, это его путь, это его история, и он должен сам с ней справиться. Я как вот, как дочери объясняла, когда объясняла ситуацию с отцом, дочь, понимаешь, говорю, пока вот, ты когда маленькая была, когда если соль скажешься, солено-соленое, пока ты сама не попробуешь, ты все равно будешь пытаться его пробовать. Да. И сейчас у меня такое же отношение, пусть сам попробует. Пусть сам пройдет свой путь, свои проблемы, ошибки. Но вы потом готовы его принять? Нет. Уже нет. Угу. Уже но нет. Вы еще официально не разведены? Я подала на развод в ЕГОВ. Там рассмотрение один месяц. Жду этого месяца. Но я уже не готова принять своего мужа. Его новая жена, получается, гражданка России. Да.
И Антон Бударов постоянно пишет о том, что вы тоже гражданка России. Да. Почему? Ну, это, во-первых, вранье. Если там посмотреть, год рождения мое в этом документе, там 1900 год у меня рождения. Якобы я проживаю по адресу, там, который, где находится гостиница. Этот фейк появился, когда мы съездили к Саакашвили в прошлом году. Он появился сразу одновременно в российских СМИ, в желтой прессе. И с тех пор расходится, активно муссируется. Поверьте мне, если бы мне это... То есть это кто-то делает из российских? Да. Если бы это было правдой, то человек как оппозиции, мне бы давно это уже предъявили бы у нас, нашей службы. Но, к сожалению, но вот видите, я же здесь, как бы, никто меня не экстрадирует, никто меня не определяет. Поэтому это все фейк, это все, это вот ответ наш на визит к Саакашвили. А вот эти вот обвинения в том, что вы не всю гуманитарку отправили, там, что не все деньги были потрачены, у вас был аудит? Во-первых, у нас есть очень хороший бухгалтер. У нас прошел, сейчас проходит аудит. Я сама намеренно подала заявление на Бударова по 274 статье по распространению ложной информации. Именно по то, что мы якобы украли эту гуманитарку. Сейчас уже выходит в финальную стадию. Экспертиза прошла. Сейчас аудит проходит. Аудит нанял именно следственные органы. Наняли. Это их аудит. Аудит будет предоставлен следственным органам. У меня за каждую копейку, за каждое как бы потраченное тенге у меня есть, у нас есть отчет полный. 800 миллионов тенге вы собрали на помощь в Украине? 500 миллионов тенге деньгами, 500 миллионов 300 тенге? Миллионов 300. Там, товарами. А сколько бортов отправили? Три борта авиа. Это были правительственные самолеты Air Astana, которые репортационные. И мы отправили около 20 машин, фур 20 тонников. Через Турцию. Угу. Все, они в течение месяца и шли. Полностью вот этой логистикой вы сами занимались? Полностью логистикой занималось посольство Украины, потому что мы товар передавали посольству Украины, все, что закупали, и оно занималось логистикой. Мы оплачивали еще транспорт из этих денег. К сожалению, сейчас транспорт сильно подорожал, потому что военные действия они больше идут, и его нету. И поэтому сейчас уже как месяц прекратили отправку и сбор гуманитарной помощи. Сейчас стало труднее. А вот одна машина стоит 10 тысяч евро стоила в последние дни. А вот ваша общественная организация, она будет как-то перерастать в партию? Знаете, я вот долго думала этим вопросом. В будущем будем, но после парламентских выборов. Сейчас заниматься и избирательной кампанией, и созданием партии, наверное, это нецелесообразно. И, как показывает опыт, в условиях там онлайна, вот нам для того, чтобы собрать столько денег, не нужно было партии же. Или мобилизовать такое количество людей. 20 тысяч человек нам за 10 дней перечислило денег. 20 тысяч людей со всего Казахстана. Я тоже была среди них. Да, нам же спасибо вам. Нам же не надо было создавать партию. Мы в итоге же консолидировали. И нам для того, чтобы консолидировать и какие-то поднимать острые вопросы, нам тоже партию не надо создавать. Как жаль. Им нужна партия была? Нет. Они в итоге добиваются уже своих задач. Добиваются. Поэтому сейчас важно правильно работать со средствами массовой информации. А вы будете выдвигать свою кандидатуру? Буду. На парламентских выборах? Буду. Еще более того скажу вам, если я вдруг пройду мажлис, на следующих выборах я буду выдвигаться в президенты. Супер! На этом мы можем завершить. А вашему бывшему супругу, еще не бывшему, я думаю, может быть, нужно задуматься. Может быть, еще не все потеряно. Тохжан, спасибо вам большое, что рассказали эту историю. Вы знаете, в жизни никто ни от чего не застрахован. И каждый может оказаться в такой ситуации. Динара, я на самом деле слабая женщина, да, вот, которая пытается быть сильной. И мне это получается. Я, когда вот ситуация была, у меня все было. Я выла, я орала, я разбивала посуду, как все женщины. Но в итоге сила в том, чтобы подняться с этого и дальше идти. Я думаю, что будет все хорошо. И вы через год увидите новую Тохжан, которая более сильная, более харизматичная, которая просто будет топить.